Так. Чат, здорово. Мы вчера недостаточно проапгрейдились, недостаточно пропушили. Сегодня шуточки в сторону, сегодня будет больше результата. Я задолбался эту постель ебучую заправлять. Чат. Чат, вы хотите, чтобы я и стримил по 9 часов, и при этом не ел никогда на стриме, и всегда 100% активности выдавал? Какого хрена? Знаете, что я хочу первое сделать? Сейчас я вам скажу. Вы не спрашивали, а я вам скажу. Сколько у меня валюты? У меня получается 5 дивов здесь чистыми, 2,5 здесь. Сколько Toxic Rain стоит 21? Его нет на продаже. Но у меня тут 6 Toxic Rain'ов еще вкачалось. Есть вариант словить один из них. Я хотел сегодня, короче, гарант Toxic Rain купить с начала стрима, но его нет на продаже. О, кстати, у меня тут еще же два вентера лежат, погодите-ка. Чат, как насчет начать день с того, чтобы вытащить офигенного вентера у вендора? Как вам такая идея? Давайте начнем с офигенного вентера на 10 кванты сегодня. Воу, он весь в минус. Понятно? А? Однажды он прокнет. У меня одна попытка на корабль 40 си стоит. 3 попытки, 1 диван. Что-то это не очень выгодно. В среднем оно прокает где-то раз в 10-11 попыток. Я уже закинул 7, то есть теоретически оно должно по мат-ожиданию за 3-4 попытки прокнуть. Вообще выглядит неплохо. Можно пару лап сбегать. Лили похоронила хэ-хэ. Что? Она тоже эмэфит? Блин, она сейчас зависнет, и ее какой-то моб заковыряет, рили? Она реально сейчас отъедет просто на горящей земле в лаге? Oh my god! No, dude! Пипец! It actually died! It actually died! Dude, пипец! Are you kidding me? Блин, это просто самая неприятная смерть, что я видел. Она просто залагала в горящей земле и похоронила перса там за 200 дивов или что-то такое. Не, я, короче, не побегу вторую эту, она не очень сегодня. В принципе, можно. Мне не прокает качество. Нам нужно словить 21-й Toxic Rain. На продаже их нету. Это значит, сейчас еще раз проверю, может появился? Появился. 2,5 дивана. 2,5 дивана. Это примерно 282. Если разделить на 40, это 7 попыток. 7 попыток закоптить самостоятельно или купить готовый. Блин, 2 дивана это дорого. Стоп, а что за фигня? Эй, он же только что на продаже был. Чел опять офлайн ушел. А, придется коптить чат. Пошли так. Я, короче, копчу по одному, если не прокает, еще один покупаю. Давай. Это, кстати, первый прок в плюс с караптов. Ладно, next. Окей. 9-я попытка. Не отходя от кассы, короче, открываю лотерейные билеты. 10-я попытка. Окей, 11-я попытка. Да лол! Приз. Фанаты, я вернулся. Чисто, вот тебе гайд. Видишь дебика, остроумно посылаешь нахер и кайфуем дальше. Это будет 13-я, по-моему, это мой последний, да? Блин, если он не прокнет, это будет печаль. Ну, в принципе, я за 5 мапок еще вкачаю и закопчу, ничего страшного. Но хотелось бы сейчас апгрейд. 13-й. Плиз. Чат, нажмите подкрутить стримеру срочно. Нам нужен этот камень сейчас. Я даже встану. Двадцать один.
Пиздец, 13 попыток, ни одного 21-го. За что мне это? Я, короче, набиваю профит, и я его сливаю на этот ебучий камень, вместо того, чтобы крафтить. Пипец. Меня это бесит. Может, мне суппорты перекачать? Но у меня урон... Давайте перекачаем. У меня урон немного просядет на несколько мапок, но в целом норм. Не, давайте без алю. О, кстати, баланс пыли неплохой. 3 абиса, feels good, man. Подождите. Их 3 или 4... Погнали. Их 3 или 4? Так, пошла лутовая. Чё? Нихера себе. Я такого еще не видел. Жалко, что это не диваны. Так, смотрим вентеры. Вообще? Я же сказал, что он прокнет в итоге. Апгрейд. Перфектная кванта. Плюсовая рарити, плюсовые резы. 6 диванов. Но он на уровне вот этого. Поставить его или продать? Я думаю, надо поставить. Пока у нас не будет в обоих вентерах по 10 кванты, это такое себе. Плюс 4 рарити, плюс 3 кванты. Неплохой апгрейд. Да ладно. О, реликварий еще один. Может быть... О, диван! Ладно, я даже... Охренеть. Может быть, нам продавать реликварии, а не открывать их? И типа, использовать эту валюту для апгрейдов? Или лучше упорото их открывать на 1C? МФ не работает, да? Я же сказал, что однажды лут-гоблин прокнет как надо. О, feels good, man. Блин, МФ это приятно. 28 диванов! 28! Это больше, чем стоимость моего перса. Поздравляю, чат, это первый и один из проков. Лол, прям под курсор упал. Вот это интересно, кстати. Уважаемая тайская проститутка, когда будем крафтить еще один тейст? Я надеюсь, этот на 15% снова апгрейд. Опа, диван, погнали. 11% тейст, черт, не апгрейд. Есть. Сколько он нам урона апнет? Процентов 10 минимум должно быть. 11046, да? 12135. 9,8%. Ну, давайте посмотрим, что у нас получилось. 10 мапок. Получается, у нас затраты 13,5 диванов. О, загрузился. 49 диванов. Это чисто валютой. Это только валютой. Не считая вот этой вкладки. Плюс у нас вентер за 5 диванов упал. Сколько еще в этой вкладке? Ну тут несколько диванов как минимум. Тут банально даже есть, по-моему, full stack карточек на диваны. 11 из 12. Смотрим новые вентеры. Мусор. 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 Конвертим еще в один. Уф, если бы кванта была 10 в плюс, а не в минус, было бы неплохо. По-моему, я еще раз могу сконвертить. И у меня вот тут еще два мусорных есть. Можно еще вот эти конвертнуть. Так, еще раз конвертим.
Да ладно, это апгрейд? Подождите, по-моему, это апгрейд. 9.27 резы в плюс. О, у меня фаер проседает. Но вообще я могу перекинуть. У меня, по-моему, где-то был закрафт. Я вот этот лайт на фаер могу перекинуть. Мы, короче, теряем 4 рарити, получаем 1 квантити. Но мы еще хп теряем. Не. Если бы хп было такое же, это близко к апгрейду, но не дотягивает немного. Короче, давайте примерно прикинем, что получилось. 2 дивана этот вентор, 1,5 дивана тейст, 3,5. Тут всякое по мелочи. Реликварии откроем сейчас. Я не буду учитывать стоимость реликвариев, потому что мы их, скорее всего, заруиним. О, стоп, я знаю, как прокнуть. Надо превратиться в жабку. А, здесь нельзя превратиться в жабку. Черт, ладно. Тогда отмена. Гоу! Мейдж, блад! Чего ты такой маленький? Пожалуйста. А, там даже звука нет. Фак. А, помойка, чат. 40C. Короче, опция средний мусор прокнула. У нас уже 4 блестящих параши. Собираем коллекцию. Но я думаю, если у нас ценными дропами здесь идет где-то 7 диванов, плюс по мелочи, засчитаем за 8 диванов вот эту всю вкладку. Ну, занижено можно за 7. Здесь 49. Сделаю 48, потому что мелкую валюту я не буду продавать. Получается 55 диванов. Минус затраченные 6 диванов, 49 диванов, лол. 49 диванов за 10 мапок. Чё, пора вкладку на 4 и на 5C выпиливать, да? Уже нет смысла. Неужели настало время для этого, чат? Минимум 7C теперь. Самый дешевый инстинкт 2,5. Поставим 2,4. Unending Hunger. Если Unending Hunger закоптится, он будет очень ценный. У меня Iron Fortress с почти перфектным роллом. 2 дивана? Как насчет еще один на 10 кванты? Все в минус. Понятно. Че, пора апгрейдиться? Нам какие карапты зайдут? Нам нужно плюс 4 в идеале. Нам заходят АУЕ камни. Нам заходят плюс 1 сокетед. Плюс 2 approach и duration. Довольно большой спектр. Есть где развернуться. Есть ли 2 прока? Есть ли 1 прок? Одинарный есть. Что мы можем сделать? Мы можем купить одинарный прок и залинковать его. Сколько будет закарабщено и залинковать дорого? Насколько это дорого будет? Tainted Fuzz 80C. Сколько надо в среднем Tainted Fuzz'ов, чтобы залинковать? 3-4 дивана? Блин, серьезно? Если это так дешево, мы можем это сделать сегодня. Надо только хорошую карабченую грудинку найти. Вот это, кстати, ничего. 97 персентайл, но хпшка низкая. О, по-моему, мы вот эту берем. 97 персентайл, почти перфектный армор. Хпшка выше среднего. Плюс 1 сокетед. Так, ладно, пока он AFK-шит. Короче, походу мы будем вот этот лук крафтить, чат. Нам надо сделать шестилинк в луке. Нужно забубенный колчан замутить, потому что чем лучше статы в колчане, тем больше этот лук дает. С токсича 318, да? Меряем по токсичу. Если я беру этот лук, посмотрим, что будет с перфектным, который я не словлю, конечно же, но теоретически, сколько это даст. С перфектным колчаном это x3 урон. x3. Понятно, почему люди его используют. Получается, даже если я просто хороший прокну, у меня x2 урон будет. Я даже этот лук не вточил и альтернативное квалити на него не закинул, ничего такого. Но здесь вопрос в том, есть ли вообще хантеровские колчаны на продаже.
Нормальные. У, да, вот серьезный щит начинается. Болванка 4,5 дивана. Допустим, я хочу только Т1 словить, да? Потому что я хочу Найскрафт. Плюс я хочу периодический урон Т1 или Т2. Например, я это кручу альтами. В смысле, алхимками. 3600 алхимок, это... Ну, это примерно столько же получается. 30 диванов примерно. Ладно, что еще можно сделать? Фозилами сколько будет стоить? Аберрантами тоже 30 диванов. Это что, заговоренная сумма какая-то? Так, не, эссенциями нет. Альтригл... А что он не считает альтригл? Не выдает цену вообще. Причем это даже не Т1, чат. Это Т1/Т2. А если мы хотим именно Т1, то там вообще весело становится. Я думаю, покупать базу Хантера и на ней крутить, или купить орб и его заслэмить. Но с орбом у нас одна попытка только будет. Кенутрол атак мод, заслэмить экзы, это гарантированный один из трех модов Life, Damage with Bow, Movement Speed. Если тир хороший, снова заслэмить. Если тир плохой, выпилить префиксы и по новой. Вот это хороший вариант. Мне кажется, вот это будет самый в среднем, самый норм варик. Важное решение, потому что я сейчас буду кучу диванов в него вливать. Надо решить, какая нам болванка лучше зайдет. 25 атак спида или 2-3 пирса. Ну, вал костик пробивает, правильно? Он же... Да, вал костик всех пробивает, то есть это нужно только на обычный костик. Обычный костик — это очень небольшая доля моего урона. Большая часть моего урона — это токсик, значит, надо атак спид брать, я думаю. А если я возьму не с влиянием, возьму орб за 7, поймаю периодический урон Т1, заслэмлю Хантер орб, да, я отдам на 2 дивана больше, но... Я, возможно, сэкономлю за счет того, что я могу с шансом 25% поймать вторую стату. А две эти статы поймать стоит много денег. Так, все готово. Колчан есть. Давайте его сразу сделаем 10% красиво. Что мы делаем сейчас? Мы сейчас альтами ловим дэмэдж. Какой у него шанс прока? 0.27. Весело. Ну, сейчас посмотрим, будет ли это аверага на 200 альтов или на 2000. А мультиплайер, походу, редко прокает, еще не... А, вот он. Что-то это было несложно. Сколько стоит поймать эту стату? 20 хаосов. А сколько стоит Ануль? 14 хаосов. Прикол в том, что Ануль 50 на 50. Если я выпилю хпшку, то у нас будет больше шансов на то, что Ригл уйдет в префикс, а не в суффикс. То есть в идеале мы делаем вот так и крутим дальше. О, сюда. Кидаем Ригл. Облом. Мне дешевле перекрафтить, чем биста юзать. Потому что бисты на ХЦ дорогие. По сути, не важно, что мне прокнет в префиксе, я все равно их выпиливаю потом. Только если 2Т1 прокнет, типа гипер повезет, во всех остальных случаях не имеет значения. Ожидаем. Представляете, это был бы Т1. Т1 хп и мультипликатор сходу. Почти. Почти. Вот это вот мы, кстати, тоже лайкли можем перекрутить. А, блин, не, это только на рарке можно, облом. Так, есть. Т1 есть, кидаем регал. Надо, чтобы был префикс. Сука. Опять суффикс. Так, регал. Опять суффикс. Короче, пойдем перекинем. Но у нас тут, кстати, еще же даже не 100%. У нас 50% шанс перекинуть правильный суффикс. Как бы, то есть, тут тоже гэмбл происходит. А какого уровня этот альфа? Может, он 86-й, он меня сейчас шотнет? Он 74-й. Они меня не убьют? Ну вот сейчас и узнаем. Так, добавить префикс, убрать суффикс. Все правильно. Врубаю баночки. У меня все на месте? Вроде бы да. С богом, да. Будет рофельно отъехать просто на бисте. Я ж как бы эмэфер лоу-левельный копал.
Не, нормально, нормально, сейчас убьем чат. Так. Не смей, не смей не тот суффикс перекинуть. Ты сука. Так. Так, давай, префикс. О, наконец-то. Наконец-то. Что нам теперь нужно заслэмить экс и словить префикс, да? Еще один. Сейчас закинем что-нибудь в суффикс крафт. Уже начинается более сложная часть. Закинем что угодно. А, со станка преф. А, точно. Блин, реально. Можно же было так сделать. Все, все префиксы забиты. А вот теперь самая веселая часть. Шанс 25%, чат. Попытка 6 дивайнов. Теперь нам нужно словить вот эту стату. Chaos Damage Overtime Multiplier. Может прокнуть любая из вот этих. Нам нужен именно хаос. Желательно Т1. Ну, типа с Т2 я могу смириться, но лучше Т1. Походу мы Т2 оставляем, чат. Словить Т1 будет стоить где-то 30 диванов в среднем по авераге. Я согласен на Т2, ничего страшного. Это по нашему бюджету. Так, что теперь выпиливаем префиксы? Suffixes cannot be changed. Очищалка. Cannot roll attack mods и slam exов. Есть у кого-нибудь suffixes cannot be changed? А, у меня есть. О, красиво. Красиво. Теперь чё? Cannot roll attack. То есть, сейчас будет, короче, чат, веселый рандом. Словить хорошие роллы со слэма. У нас будет по одной попытке на хпшку любой этот тир. И одна попытка на урон луками любой этот тир. На хороший прок где-то 33%. Пирс. Там будет мувспид, там будет мувспид, хпшка и вот это, да. Закидываем вот это. Погнали. Окей, гоу. Т1 хп. Хорошо. Хорошо. Холи щит. Все, у нас уже охренительный колчан. Реально, если я его сейчас добавлю... Если я его сейчас добавлю, сколько это прибавки урона даст? 661! Это больше, чем x2 урон. Теперь нам нужно словить хп и скорость бега. С хорошим тиром. Плиз. Просто немножечко удачи. Как насчет Т1 мувспида? Т2 хп! Т2 хп, что? Охереть! Вот это мне везет сегодня. Давайте еще Т1 мувспид сюда. Еще 10 мувспида. Полирнем это все. Фак! Т2 мувспид! Блин! Это было близко. Ну ладно, я... Окей, окей, нормально. Я не... Бог есть. Я не буду. Нормально. Нормально. Даже очень хорошо. Я сегодня, когда начинал стрим, я не думал, что я такое скрафчу. Вообще, если бы прокнул Т1 спид, возможно, это был бы лучший колчан на ХК. Сколько стоит на ХК? Да не знаю, его нет на продаже на 100%. Давайте посмотрим, может кто-нибудь в офлайне что-то похожее имеет. Т1, Т1, Т1 хп, Т2, 70 диванов. У моего Т2 мультипликатор и Т2 хп, то есть он чуть похуже, значит он стоит где-то 55 диванов. 50-55 получается, нормально. Сколько он теперь урона накинет? Наверное, там будет больше, чем x2. Почти x3 урон. Сколько потратил на него? 11 диванов я на него потратил. Чуть меньше. 10,5 диванов. Что, теперь нам лук надо залинковать? Еще раз попроведую Эфрико.
Прошло 2 часа, может быть, он вернулся все-таки. Ждем грудину просто, как хатику. А, он вообще офлайн ушел уже, походу. Придется другую, видимо, покупать. Что-то я эту не дождусь, мне так кажется. А, вот он. Ой, да ладно, он, по-моему, вернулся. Омагад. Фанаты, я вернулся. Омагад, я грудину купил. Пипец, мне везет, чат. Так, квалити надо теперь. Чё сначала, грудину или лук? Нам надо и лук, и грудину залинковать. Давайте грудину, наверное, первой. Так, как это делается вообще? Я еще ни разу карабчиную грудину не линковал. Когда я играл в игру, это было практически невозможно. Только через станок. 4 дырки на станке делай, потом добавляй сокеты. А чё не 5? Я могу и 5, в принципе. А, я, кажется, понял систему. И вот так нужно каждый раз добавлять 4, да, пока 5 не прокнет. Ага, не прокнуло. Надо еще, короче, купить. О, все, готово. Следующий пункт. А вот теперь самый веселый пункт. Шестилинг. А мне еще цвета надо будет сделать. Ну, цвета ладно. Шестилинг. Сколько тейнтед-арбов нужно на это дерьмо? 4-6. Делаю за 1. What? Подождите, а нужно было 4 линк сначала делать? А, такая же схема. Теперь понятно, почему валорбы дорогие в этой лиге. Вот что вы имели в виду под плюс 2, я понял. Вот так, да? Тогда может даже с одного прокнуть. Ничего себе, схема вообще другая. Надо еще один. А, больно. Так, давайте я чуть позже ей займусь. Я чувствую, там попоболь будет. Давайте с луком разберемся сначала. У меня 319 фузов в сумке. Запомнили эту цифру? Go. Почти. Моя удача сегодня не закончилась, пацаны. Тебе же еще красить. Я пока стараюсь про это не думать. Нахожусь в текущем моменте. Блин, там 150 надо, а не 70. Фак. О, я сгорю с этого крафта. Вообще, если кто-то продает... Если кто-то альву продает, я, в принципе, купил бы. На трейде храмы продают в виде карты. А, их же теперь можно так купить. 2,5 дивана. Че, побежим, чат? Ну, 71-ю я вот эту закрою. Короче, сейчас идем в храм, пуфается грудинка, потом крутим эту и нормально. Сливаем еще где-то 5-10 диванов на нее и готово. Locus of Corruption. Она 79-я. Я не смогу на этом персе ее пробежать. Есть кто за 15C добежать до Locus Corruption? А в залог нужно будет оставить, короче, 3 дивана. Чисто добежать до комнаты и зачистить комнату. Давай. Мистер Траппер. Чё, чат, думаете, прокнет плюс 4? Подождите, мне цвета надо в грудине сделать. До карапта правильные. Мне надо один синий, один красный. Во. Чё там? Бахнул портал. Готово, да? Так, обороняй меня, обороняй меня. Чат! Пожалуйста, плюс 4, давай! Что-то как будто в душу насрали. Ну ладно, после колчана я не буду жаловаться. Так, забирай свои диваны, чувак. Возвращаемся к вот этой опции. Что делать с храмом, там лут есть. Пробеги его, выбей зеркало и мне отдай, ладно? Прокни шестилинг сейчас, а то мне придется еще все по новой это покупать. А, фузов нету. Так, пятилинг и шестилинг. Блин, одна попытка. 2 с лишним дивана. Одна попытка.
Не, ну как бы я себе утраиваю урон. Наверное, да, на это нужно потратиться. Я еще выпендриваюсь. Пока много не потратил на данную броню, проверь мои бигрудина получше за 7 диванов. Ты все равно на попытку тратишь 2 дивана плюс, так их нету, я смотрю. Ну, может, конечно, сейчас уже появилось, но сегодня не было. Будет рофл, если она сейчас появилась дешевле. Будет рофл, чат, да? Рофл. Минуту назад. Взять готовую за 6 или попробовать доделать эту непонятно за сколько. А насколько плюс 1 лучше для меня? Давайте сравним. Разница 1,7. Разница 3% урона. На это еще больше брони и хпшки тоже. Мне кажется, это есть смысл доделать. Знаете почему? Потому что потом мне будет очень сложно бустить урон. Типа мне каждая мелочь будет накидывать... Я буду искать каждую мелочь, где мне накинуть урон, и эти 3% в будущем покажутся хорошей прибавкой. И мне сейчас нет смысла покупать хуже, если я потом все равно захочу лучше. Короче, мы вот эту делаем. Все, решено. Так, не отходя от кассы. Вот сейчас прокает. Сейчас прокает чат. У меня есть подозрение, что там не 50 на 50, если честно. Что-то, по-моему, там меньше. Меня вынуждаешь. Там 10. 10? Нет, я не хочу в это верить. Пора. О, отлегло. У меня уже перед глазами мерещило 0 диванов в стэше. Так, 4 зеленых, синий, красный. Чат, тейнтед хроматиками лучше или в станке? Мне кажется, в станке лучше. О, изи. Подождите, готово что ли? Готово? Да ладно. По-моему, готово. Блин, у меня мирыш, кстати, не вточенный. Я думаю, это вполне тянет на шедевр. Это было хорошо, да. Единственное, знаете, в чем проблема? У меня сейчас резы в жопе. Надо будет сейчас придумать, как резы исправить после этого. Так, надо закоптить вот это. Классно. Вот это. Классно. И вот это. Блин, мне вообще не прокнет никакой 21-й в этой лиге, что ли. Лайт в жопе, хаос в жопе, остальное нормально. Для начала мы пьюрити вточим до 20-очки. Это даст нам плюс 5, даже больше. И сейчас мы еще на плюс 1 закоптим. Пойду еще одну куплю. Оно, короче, за лук отыгрывается на мне теперь. Всячески. Кстати, малевелнс нам качество не надо, можно коптить. Да лол, я не могу ни одного 21-го словить, просто ничего. Так, а он продаст? А он не продаст, он АФК. Ладно, пока так, смотрим. Самое простое, что мы можем, конечно, это пояс перекрафтить. Словить в поясе хаос рез. Еще лайт плюс колд. 7000 алхимок. Но это если алхимками. Но я что, ебубо алхимками это крафтить? Я это скрафчу. Вообще, можно колд убрать, колд можно докрафтить. Я это скрафчу харвестом, а не алхимками. 10 попыток. Блин, go через Envy реально шлепнем просто. Это вообще не проблема будет. Перероливаем этот понос. Ловим другой понос. 31-35 хаос реза гарантированно, хпшка гарантирована. Все, что нам надо, это высокие резы. Несложно, вообще несложно. Можно, в принципе, взять и с одной эссенцией. Вот так, хоба. Или с двух. Вот так, хоба. Fire. Но это Т4, если бы Т2 про... Слишком низкий прок, сейчас получше словим. Сначала словим получше. Надо еще. За 9 попыточек-то мы уж словим. Сейчас будет рофл, если я с первой попытки поймаю. Нет.
Не, чат, не-не-не-не-не, мне это не надо. Мне надо свободный суффикс или два реза, вот что мне надо. Рерол. Пожалуйста, прокни. Пожалуйста. Хороший прокнувший пояс, и мы можем идти, в принципе. Давай. Фак. Блин, не прокает. Почему? Окей, давай. 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 Пожалуйста, резист. Вот что мне с этим делать, чат? Что мне с этим делать? Кидайте нуль? Кидайте нуль и надеяться, что фаер выпилится, да? Единственный вариант здесь. Тупо йола, 1 к 5, 20%. Я больше ничего не могу сделать. Ну, давай. Так, броню выпилил, это пофиг. Еще раз, давай, фаер. Да лол, ману выпилил. Издеваешься, фаер. 1 к 3. О, ну ладно. Значит, оставляем. Тогда мы, получается, свапаем колд в лайт, по идее, и докрафчиваем колд. Хотя, может быть, я гибрид закину. Не, не могу гибрид закинуть, мне надо... А что проще добить чармом? Хаос рез или колд рез? В чарме вообще есть колд рез? О, подождите, если я беру вот это, плюс я докрафчиваю гибрид колд хаос, я закрываю резы. И еще нужно докрафтить качество в пьюрити. Жалко, конечно, что мне придется слот забить вместо супресса вот этим вот, но... Все, хаос рез закрыт, нам остается только закрыть вот это. Где-то 18 олреза. Мы можем часть олреза поднять с пьюрити, там еще будет пару процентов. Остальное с чарма и готово. Смотрим, что по резам. 60. Можно вот этот резерв. Но если он его по дешевке продаст, я не знаю. Хей, 30 си офер. Не знаю. Вообще, на самом деле, мне не нужен этот резерв, потому что я все равно этот чарм заменю. Короче, забейте. Давайте так сделаем. Возьмем просто 15 резов. Вот. Вот этот. Вот 16 есть. И нормально. Хоба. Все, все. Готово, боже. 318 было только с токсика, не считая костика. Не считая вал костика, именно с токсика. Сколько сейчас? 660. Мы больше, чем в два раза урон увеличили. Мне еще, короче, лук там, качество поменять. Есть еще всякие штуки, которые можно сделать. Неплохо, неплохо. Кстати, еще и мобильность у перса поднялась, потому что он ловит сколько? 8-10 мувспида. Выживаемость тоже под... Подождите, у меня 5к лайфа теперь. А-а-а, точно, он же еще и хпшку поднимает. То есть у меня еще и выживаемость бустанулась. Нормально. Включи банки. А, стоп, это без банок. А, 742. Увеличение в 2, почти в 2,5 раза. Ну, в принципе, как этот лук и дает. Я не знаю, я вареный уже очень, типа... Не хотелось бы после всего этого отъехать. Может, завтра тест начнем, чат? Завтра подрубаем и сразу, короче, с Т7 Symmetry начинаем. Вы готовы рискнуть персонажем? Я сейчас зайду и затуплю, и отъеду. Мне кажется, лучше сохранить перса. Т2. Ну, Т2 можно. Давайте Т2 пробежим, чтобы сравнить, типа... Окей, Т2 можно, Т2 можно. На Т2 я вряд ли отъеду. Т7 завтра, Т2 сегодня. Ждите, а чё они так быстро умирают? Я не понял. По-моему, они умирают еще до того, как я токсики успеваю кастануть. Они уже мертвые лежат. Очень быстро умирают. Ну да. Х2,5 урон, что вы хотели? Блин, если сюда еще подрывы с кластера подрубить, вообще будет весело.
Кинь в пояс. Лол. Вы серьезно? Ладно, чат, ладно. Только ради вас. Только ради вас. Кидаю в пояс. Не знаю зачем. Вдруг сейчас эффект флаконов прокнет. Напоследок. Elemental damage with attacks. Ладно, еще один. Там же еще один префикс свободный. Еще один кидаю. Сейчас эффект флаконов прокнет. 28 брони. Может быть, меня эти 28 брони спасут, кто знает. Капа. Жесткий стрим, но завтра будет еще жестче. Потому что завтра начинается полноценный фарм. Завтра мы переходим на Т7. А это значит, что с мапки может упасть Mage Blood. Это будет уже полноценный пуш. Поэтому заходите завтра. Точно так же по времени 4-4.30 МСК. Может быть, я чуть опоздаю, может быть, нет. Жду вас завтра на подрубочке, чат. Спасибо за просмотр. Спасибо за присутствие.